Я не зеркало этого мира, я предвестие мира иного, низкой злобы и грязи презренной. Не ищите в сплетении строк, не для этого звонкая лира, чистый голос и мудрое слово, а затем, чтобы люди прозрели, мне доверил сокровище Бог. Этот мир — лишь ничтожная малость перед мощью грядущей громады. Он лишь семя, что деревом станет, может быть, если выдержит свет. Ведь не раз уже в прошлом случалось, когда люди, не выдержав правды, не сумели пройти испытание, заслужив быстротечную смерть. Надо видеть, куда все стремится, надо чувствовать сердцем открытым, воспылав созидающей страстью, верить в жизнь и учиться любить. А иначе трудов вереница не к вершине ведет, а к обрыву. А иначе кровавые распри множат жертвы бессмысленных битв. Когда кажется крах неизбежен, когда все замирает в тревоге, а неверие жуткие тени заслоняют живительный свет, воскрешая источник надежды звонкой песней, приветствуя Бога добрым вестником освобождения, появляется в мире поэт.